здесь вместе, и чувствуется, что сердце готово. Но в то же время есть некая стена между нами. И не в наших силах разбить ее. Так непонятно, что нам нужно сделать. Нападать ли или поддаться? Как наш разум может нам помочь прийти к правильной молитве? Да, я понимаю тебя. Это, по сути дела, и есть это состояние. Насколько мы приближаемся друг к другу, мы все больше и больше чувствуем, насколько мы, хотя зависим друг от друга, также и далеки друг от друга, и отталкиваем друг друга. И я согласен со всем, кроме как приблизиться, потому что тут приближение уже начинает ощущаться как необходимое приближение. Приближение в высшей силе, в желании высшего. И здесь мы готовы на все, кроме этого. Кроме этого. И поэтому у нас тут есть проблема. Мы как бы хотим сказать Творцу, у тебя есть что-то другое делать вместо такого приближения. Мы готовы на все, что угодно, кроме этого. И как мы понимаем, Творец не уступает, он не может, потому что это главный закон творения. Чтобы мы приблизились друг к другу, как раз в желании получить нашим, чтобы оно обернуло себя в желание отдавать покрытие, что называется сокращение, отраженный свет. И тогда каждое наше желание будет готово соединиться с чужим желанием. Ну, будем надеяться, что еще раз и еще мы все-таки придем в состояние, когда у нас не будет выбора, и не то, что Творец уступит, а мы уступим, и мы обяжем Его дать силу. Не то, что мы просим у Него, чтобы отменил перегородку, а мы просим у Него силу, чтобы Он смирил наше желание и объединил.